Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Хочу вам показать краткий обзор моих гортензий. Вот это у меня весеннее черенкование. Здесь также летнее черенкование. Снова весеннее. Это остаток саженцев моих. Вот летнее тоже июльское. Вот такие крупные стволы высотой до 30 сантиметров. Так как я начинающий, как сказать, в этом бизнесе и нравится это делать, я также прикупил вчера, мне выговаривать по-английски тяжело, вот такие ремонтантные сорта. Думаю, что следующей осенью будут хорошие черенки для распространения. Вот. У нас лето продолжается, у нас длинная осень, пришлось черенковать снова гортензию. А здесь в подвале у меня уже зачеренковалось последнее октябрьское черенкование сорт Сибила. Недавно, два дня тому назад проверял, они уже укоренены. Так как я начинающий в этом ремесле, у меня сейчас в наличии три сорта, но больше осталось бесконечное лето Сибила, Никоблюк закончился. Вот.